Мараба красно-синие. ЖФК ЦСКА выражает глубочайшие соболезнования всем жертвам землетрясения, которое произошло в Турции совсем недавно. Во второй серии второго сезона вы увидите, как землетрясение коснулось нашу команду. Насколько хорошо в ЖФК ЦСКА все знают друг друга. И вы увидите, как прошел победный матч ЖФК «Локомотив». Ağzında sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam, yakalarsan. Наш отель построен на сейсмостойком грунте, имеет сейсмостойкие швы, и некоторые из нас немножко понервничали и на утреннем медицинском осмотре имели цифры давления чуть выше, чем вчера. А так все у всех хорошо, и слава богу. What did you feel last night? Did you feel something? Oh, yes, I felt. Yes, because Buba, please make yes scene of her. Yes, she was screaming, Bubo, what's happening? And I was like, Bubo, can you sleep, please? Because I hate when someone wakes me up. But yes, everything is fine. Thanks God we are fine. But unfortunately, it was like, I see it's a really big catastrophe down. But yes, we are happy that we are okay. But Bubo, wake me up. Zoom it. Yeah, I woke up and I thought maybe I have some dream, and I wake up Nena and say like, do you feel this? And she say like, no. And yeah, that's it. Ну, Юлия Владиславовна, она это немножко как бы туханула ее вместе с землетрясением. А я ребенок, который во время войны уже это переживал неоднократно, даже посильнее, да, по 7 было на землетрясении в Абхазии, когда у нас вазы падали с этих сервантов. Такое было, конечно, себе ощущение. А так синяя ночью была легенькая. Так покачивал отель. А проснулись с ощущением, что у нас голова кружится, что ну, что-то с нами не то. Потом смотрим просто. Ребят, кто? Ты вообще спала? Она просто спала. Нас трясет, с кого вещи ходят. Я на кровати летаю. Я ее кинула. Что-то взрывом. Нас трясет. Да нет, ну так не прям сильно, но так покачало, да. Ну, неприятное ощущение. Нет, мне не понравилось. Поэтому я не выспалась. А немногие, да, здесь заметили, да? Немногие, да. Потому что все проспали. Я не знаю, как можно спать, когда тебя качают вот так, как на лодке. Это кошмар какой-то. У нас еще просто отель такой рядом с Титаником, но и он сам выглядит как, ну, такой, как корабль. Я думаю, сейчас... Поплывем. Да не было паники. Это Васяна придумала. Ну, чуть-чуть покачала. У нее не было, потому что она спала. Пока я не пришла, я говорю, вставай, мы уплывем. Привет, расскажи, пожалуйста, как ты пережила землетрясение в Турции? Очень плохо, на самом деле. Что ты чувствовала? Страх. Да, я проснулась от того, что у нас прям начался стучать, как будто кто-то в дверь. Я только сейчас поняла, что я просто чувствительная. Мне вчера было очень плохо. Я зашла с тренировки. А сегодня поняла, что это все землетрясение. Вот так вот я его пережила. Я вообще спокойно пережила. Я спала как убитая. Я вообще ничего не помню, ничего не знаю, ничего не слышала, ничего не чувствовала. Но моя соседка меня с самого утра напугала. И родители, родственники, все, кто что-либо слышал или по новостям. Внимание, по новостям слышали? Все утро мне названивали и спрашивали, жива я или нет. Ты жива? Ну, конечно, вот перед вами. Сколько лет дочери Ксении Коля? Дочери Ксении 1.5 года. Какая любимая порода собак у Валерии Безенковой? Корги. Какое самое любимое животное у Екатерины Братко? Еноты. Какой цвет глаз у Дарьи Яковлевой?
Не знаю, зеленый какой-нибудь пусть будет. Они на солнце зеленые, в помещении голубые. Какую ногу восстанавливает Самсонюк после травмы? Какую? Типа правую или левую? Левую. Какого роста Габриэль Абу-Дзянгене? Ну, это где-то, я не знаю, 1.50-1.55, вот так. One question about Maxim Zinoviev. How many times he received the Cup of Russia? How many times? I think two times. Из какого города Юлия Мясникова? Из Караганды. Какое любимое блюдо у тренера по вратарям? Любимое блюдо? Мясо какое-нибудь, потому что проходишь, всегда у него прям целая тарелка мяса. Я думаю, что скорее всего. Их много. Пельмени. Сколько пар перчаток у Эльвиры Тода? Я думаю, пар 5. На данный момент в районе где-то 20 пар. А какая кличка у Юрия Васильевича была до Джорджа? До Джорджа? Конечно, Роберто. Какие любимые цветы у Ольги Черновой? Розы. Ромашки или пионы? Сколько матчей отыграла Мария Алексеева на поле? Блин, я не знаю, но примерно 86 пусть будет. Может, где-то 70-60, где-то так. 86 пусть будет. Какой знак зодиака у Анастасии Ананьевой? Как и у меня весы. Сколько сахара кладет в чай Виталик? Виталик? В чайник? Да. Стаканами? Стакана 4-5 точно. Полтора стакана на термос. Вопрос про Риту Черномырдину. Сколько пар бутс она взяла на сборы? Ну, предположу, 3. Ту. Вопрос про Вячеслава Николаевича. За сборную какой страны он играл в начале своей карьеры? Грузия, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Киргизия, Туркмения. Да? Какое любимое упражнение в тренажерном зале у Невены Дамьянович? Невена Дамьянович? Приседание со штангой. Deadlift. Question is about Tiana. Which city is she's favorite? Moscow. What instrument Yulia Pleshkova play? Okay, I think she play piano. С каким деревом есть у Маргариты Мануиловой татуировка? С каким деревом? Пальма. В какой сфере до ЖФК ЦСКА работала Элина Магомедова? В хоккее. Сколько голов забила Артега Франциско за ЦСКА? Мне кажется, голов или 9, или 10, но, скорее всего, 9, мне кажется. The question about Anastasia, team manager. How many children she has? She has two. Two kids. A boy and a girl. Alexandra and then Maria. Под какими номерами в ЦСКА играл Андрей Юрьевич Цабнов? 9 точно, в 98 году. 22 и 25. 9, 25, 14. Какой любимый цвет у Владислава Смирновой? Зеленый. Мой любимый цвет, наверное, синий, черный и белый. Из какой страны Татьяна Ивода? Камерун. How old is Вероника Ермакова? 17 years old. Ментальный возраст 30. Из-за стресса, который она переживает. Без чего Даяна Кишмахова не выйдет никогда из дома? Кепка. Когда день рождения у Марины Ачаян? 16 января. Вопрос про Вахтанга. В какой команде медиалиги он играет? На спорте. Козлы. Какая кличка у кошки Татьяны Петровой? Я думаю, Несси. На какой позиции играла Лиза Щербакова до того, как стала вратарем? По-моему, центральный полузащитник. Центральный защитник. Какой номер у Надежды Смирновой в ФК «Деньги»? Не знаю. 10-й, наверное. 10 в квадрате. В какой команде до ЖФК ЦСКА работал доктор? Я не помню. Ну, вроде вот тут ребята из Волги были, он к ним ходил, здоровался. Возможно, у них.
Роман. Слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Ведем 1-0, забили со стандарта. Игра тяжелая. Соперник хороший. Я думаю, сейчас во втором тайме должны немножко взять в свои руки все и довести матч до победы. Вот она пошла. Походка от бедра. Вот она. Congratulations. Thank you very much. What are your emotions? Yeah, it's a good game. I am happy that we won. So yes, a little bit rest now. We work hard, so we are a little bit tired. You know, it's pre-season, but it's fine. The most important, we are winning, so everything is good. С победой. Спасибо большое. Пару слов о матче. Как всегда, соперник принципиальный, это дерби, надо было побеждать. Отрабатывали новые какие-то схемы, новые игроки. Но думаю, что на сегодняшний день у нас все получилось. Всех с победой. Всех с победой. Все молодцы. Моя. А что ты вывернуть не могла? А ты говоришь, ноги только собрать. А как их собрать? Куда их собрать? Ты? У меня мяча-то нет. А ты видела? Я прокинула, думала, он вперед, а я бегу, а мяча нет. Как ощущения? Как второй тайм отыграла? Ощущения кайфовые. Играть, конечно, всегда приятно. Ну, будем еще работать. Есть над чем. Боевая хорошая игра, вот, содержательная. Были интересные моменты и с нашей стороны, и со стороны Локомотива. В целом, содержанием довольны и, конечно, результатом. Вот поэтому всех поздравляю. Девчонки большие молодцы в этом плане. Очень старались сильно. Вот, находятся под небольшими как бы, нагрузками все равно. Но, тем не менее, качество игры хорошее. Но понятно, что есть еще над чем работать. Как получить травму за 2 минуты? Пишите в директ. Что можешь сказать про матч? Понравился? А вот можете отметить, кто у всех играл? Мясников, да, конечно, наконец-то, забил. Да, 3 перекладины, я уже устал терпеть. Ссадина, 2. Кому-то надо ногти, это Машкину надо ногти подстричь. Она мне затылок поцарапала. Футбол играли или боролись? А? Б. В, все, отдыхать.